Привет! Сегодня мы играем в Journey, точнее путешествие. На русский это переводится. Может быть, я неправильно слово по-английски сказал. Ну да и ладно. Игра называется Путешествие. Самая скачиваемая игра в PSN на сегодняшний момент. Также, не знаю, я по YouTube ролики никогда не сужу, если я не попробовал игру. Почему? Потому что на самом деле графон довольно-таки лучше, физика довольно-таки лучше, и когда пробуешь сам, конечно же, получается лучше. Что ж, я скачал демо-версию, которая только что вышла, пару часов назад. Та-дам, включайся. Что тут у нас? Частицы, конечно же, великолепные. Я смотрел пару раз геймплей этой игры, я смотрел пару раз, даже не знаю, обзоры даже спидал, там, давно видал, ну, когда только вышло. А вот чисто, чтобы самому попробовать, конечно же, нет. И вот, наконец-таки, вышла демо-версия в европейском сторе, и я в нее сейчас поиграю. Также сегодня вышел Лего Бэтмен DC проект. Ну, правильно сделали Лего, они начали выпускать по DC. Вот, идей реально много. Тот же Железный Человек, Мститель, Бэтмен. Там дофига их. Что ж, как я понял, это я. Красненький человечек. Поставил джойстик. Опа, так он крутится. Огонь. Ха. Реально необычно. Серьезно. Так. Иду по песку. Точек, как мы видим, он немножко расходится от шагов, которые я сделал. Выглядит это достаточно-таки круто, реально круто. Ни с одним видео, конечно, сравнивать нельзя. Ползем вверх. Вау. Я вижу вот разводы небольшие, но думаю, не знаю, может быть, на компьютере их не будет, но полоску от частоты кадров да, влияет. Так, пойдем дальше. Оба. Прикольно. Да, конечно, съезды с гор сделано очень круто. Кому неудобно крутить джойстик, может правым стиком всегда воспользоваться. Как делаю сейчас я. Можно так покрутить. Что ж, игра сейчас стоит 445 рублей, по-моему, не помню точно. Но вроде 445 рублей. А игра стоит того. Вот, по первым впечатлениям моим, она реально того стоит. Конечно, я еще не знаю, но сейчас узнаю, о чем она. Я знаю, что нужно добраться вон до той горы, и на пути вас будут ждать множество испытаний разнообразных, связанных с пустыней. Новые наклейки. Держать. Опа. Не пойму, что тут надо. На камне можно спокойно-таки прыгать.
ага. Рядом с таким вот. Объектами своеобразными. Можно прыгать. Съезжаю уже. Скорость. Я был бы не удивлен, конечно, если на движке этой игры сделали какой-нибудь симулятор сноубординга. Так как реализация катания вот этого, скажем так, человечка очень вполне даже крутая. Так, что тут у нас? Загадка. Есть это здание, есть куча зданий, засыпанных песком, как мы видим. Так. В эту игру, я не знаю, не буду включить режим хардкорчика, где надо орать, кричать дурниной. А я думаю, давайте просто такие в нее поиграем. Опачки. Немного не попаду. Походу надо запрыгнуть вот сюда. Вот. Сейчас попробую. Должно проканать. Напомню, что это демо-версия игры. Полную у меня я не стал покупать пока что. Так как недавно просрал 500 рублей. Меня обманули на Battlefield 3. Это очень печально. Вам насрать, но реально мне грустно. Ничего себе. Ничегошеньки. Закрыты. Думаю, может быть, как-нибудь можно. Но, как мы видим... Так, один из трех символов каких-то. Не знаю, своеобразных остался. Со мной сейчас рядом нет. Блин. Физика просто отпад. Физика полета, я даже не знаю, неописуема. Так, что тут у нас есть-то? Ведь может сразу, но не надо. Странновато, конечно, все это. А, вон туда нам надо. Заблудился. Я.
Что ж, наверное, все-таки я назову это видео обзор путешествия, так как, не знаю, как по-другому можно назвать этот ролик. Я был прав. Нужно просто пройтись по таким вот штукам. Блин, одна прямо перед носом была. Ну надо же. Да мы тут какой-то шаман Будда, я даже не знаю. Еще это, не знаю, чувак, персонаж похож на, как же фильм, мультик называется, «Унесённый ветром». Там вот этот последний, вот он не маска, он был черный, а лицо белое, а тут он красное, лицо черное. Не знаю, напоминает чем-то первое впечатление. Я давно этот мультик смотрел. Лет 5 назад. Но вот первое, что я подумал, так это вот именно это. Так, он сейчас, наверное, показывает карту или что, история. Что было? Препятствия, ёпарасота. Ни хрена вас тут. Налево пойдешь, бухим будешь. Направо пойдешь, тоже бухим будешь. Так. Демо-версия относительно немаленькая, скажем так. Да, ему 13 минут. Пам-п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 ам. Идем. Красиво все сделано, не знаю. Правда, сейчас уже по 15 минут второго по Москве. Ночи, и я немного хочу спать. Но ради вас, дорогие пользователи, друзья, не знаю, фанаты, которых у вас нет, мы сделаем все возможное, и я не засну. Я пройду эту демо-версию и покажу, что да как. Так. Для продолжения вашего путешествия... Конечно же нет. Блин, уродина. Что ж, демо-версия очень маленькая, 500 мегабайт все весит, и, не знаю, очень маленькая, и какое-то стороннее впечатление об игре принять. В принципе, то, что я видел на роликах, я сейчас увидел, конечно, своими глазами это гораздо-таки лучше на 42-дюймовой панели. Да. Спасибо разработчикам, что выпустили демо-версию этой игры на PlayStation. А то полную покупать, я бы ее прошел. Я бы ей уделил время. Да, я бы ей правда уделил время. Не знаю. Сейчас будем делать обзор на Killzone 3. Точнее, стрим, но это ждите в следующих выпусках. Пока-пока.